Добрый день, меня зовут Андрей. Я специалист по физической реабилитации Центра здоровья рук. И сегодня мы рассмотрим такое понятие, как судороги. Судороги – это непроизвольные мышечные сокращения, которые доставляют нам уйму неприятностей и болевых ощущений. Они бывают из-за недостаточного количества жидкости в организме, особенно чистой питьевой воды, и также от резкого механического сокращения. Сейчас я вам покажу одно упражнение, который поможет вам избавиться от судороги, если вас схватила судорога на задней поверхности бедра. Вы должны через силу разогнуть ногу, тем самым натянуть заднюю поверхность. Потом носочек натянули на себя, и после этого помочь дополнительно растяжением наклониться к носочку. После нескольких секунд такого упражнения судорога моментально вас отпустит. Вы почувствуете облегчение. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делайте перепост и подписывайтесь на нашу страницу.